Удачи тебе, Денчик, по жизни вообще. Брат, давай. Пизда вам пупики. Чуваки, напоминаю, что ваши комментарии я лайкаю, поэтому ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем привет, друзья! Возможно, вы меня не узнали, но это PandaFX, да-да, тот самый человек, который записывает ролики на этом YouTube-канале. Сегодня будет нарезочка с моего дня рождения, который был 2 ноября по кое-каким причинам. А причина связана была с тем, что мне стало хреново 1 числа, я затемпературил, собственно, как и Никита Финита. Как вы понимаете, его не отпустило до 2 числа, поэтому его не было на моем дне рождения. Да вообще многих фиферов не было на моем дне рождения. Изначально народ должен был быть прям под забивку. Я звал и Кефира, и Миллера, и Акула. В общем, все от меня ливнули, отвернулись. Но со мной были самые преданные люди. Ну и, в общем-то, вот сейчас вы увидите кое-какую нарезочку самых прикольных моментов, которые были на стриме. Потом мы сюда вернемся вместе с вами и покажу вам классный дроп, который мне упал вчера на стриме. Ну и давайте я вам по фасту напомню о своих спонсорах. Компания Onyx. Манчестер Сити будет играть против Ливерпуля. Такую зарубу нельзя пропускать. По закрепленному комментарию можете делать ставочку на этот самый матч, заработать баблица или же воспользуйтесь моим QR-кодом. Ну и если вам нужны монетки, вы всегда знаете, куда обращаться. На мой личный сайт с продажей монет PandaCoin. Ссылка в описании. Короче, сегодня нужно что-нибудь классненькое вытащить. О, волкаут! Хорошо, что я не увидел. Волкаут, ребята! Оу, да это же Колумбия ПЗ. Хороший игрок, слушай, спасибо. Спасибо. Первый хороший игрок. Первый хороший игрок — это Квадрадо 84. Я собака, ты собака, 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 я собака, ты собака. Хороший трек, да? А Гудмаксу я написал, мне не ответил. Вот видите, какие друзья фиферы. Вроде как друзья, вроде как нет. Вот самые преданные здесь, да. Смотри, я тыков напихал, блядь. Вот эти уроды, которые сетку разноцветную делают, я вообще ненавижу. Hello, motherfucker! Вау, ее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 е
села на горах и сказала громко... Ох, нет, а нет, ты уступил. Я уступаю. О! О! Не, ну вот такое дело, Блоян! Рождение, Джефф! Спасибо! Спасибо всем! Спасибо! Поздравляю тебя, Джефф! Спасибо, спасибо! Во времена FIFA 17 ты делал опрос из ВК, кто из фиферов умрет первый. Тогда был Руха. Я не понимаю, как вы вообще такие вещи запоминаете. FIFA 17, я какой-то опрос делал. Португалия, ЛП, да это Криштиану Роналду из прошлого. О, волкаут! А я не увидел. Малашаны, волкаут. Англия. Волкаут, ФРВ. Но заметь, кто снова вытащил волкаут? Бразилия, ПП. О, хорош, Лукас, слушай. О, волкаут. Опять я. Волкаут, опять Рома волкаут. Бразилия, ЛФА. Блядь, да бля, почему не ЛФА? Заметь, снова третий волкаут и снова я. Бля, короче, сегодня паки открывают только Ромаро, ему только волкауты падают. О, волкаут! Волкаут, ну-ка, бля, давай, волкаут. Германия, бля, какой хуёвый волкаут. Волкаут! Волкаут, блядь! Волкаут! Поля! Кстати, только ты и я тащил. Ну ты повытаскиваешь пока худшие волкауты. Мюллер, честный. Держу в курсе. 24 тысячи фифа-поинтов и самый лучший пока что Куадрадо. Но я не сдавался. Да это же! Да ну, Германия, вратарь, ЦЗ! Вау, Хумельс! 20 тысяч! Это Лера, да? О, волкаут! Волкаут, блядь! О, это хуйня фиолетовая! Уругвай, кто там? ЦЗ, Хименес! Да ну! Найс, хорош, Хименес! Да ну, чего у него заставить дохуя стоит? Он должен дохера стоить. Сейчас погублю. Бля, он заебал меня этот Казимира, блядь! Ну какого хуя такие хуёвые волкауты, бля? Я не могу понять, почему такие хуёвые волкауты? Вы столько говна мне в клуб накидали, я, бля, за год... Я старался. Я за год не очищу свой клуб, вы понимаете, сколько вы говна накидали мне в клуб? А, я держу вас в курсе, еще 24 тысячи фифа-поинтов улетели на говно всякое. Бля, какой кал, мне, бля, нахуй за всю историю моих дней рождения, бля, хоть один игрок нормальный может дропнуться, я вас молю, бля. У тебя мой друг прелестная шляпа. Охренительная, да? Здрасте, Роман.
Как ваш ничего, Роман? Ой, привет. Волкаут! Волкаут! Джефф, снова я, либо ты? Это не в зачет. Англия. Нет, это не... Но это не в зачет. Это не в зачет. Варди! Варди! Дальше мы решили пооткрывать паки. Спасибо, Пандос, Наспор. Кто проигрывает, тот выбивает Балтику девятку. 76! Балтика идет к Джеффу! Стой, я это Джеффу. Балтика девятка. Ой. Корону я принес. Ну и куда же без классических пакцов на лещи? Пена. Наконец-то по ебалу получишь. Наконец-то. Закрой глаза, пожалуйста. Я... Не, я выхожу. Я не могу! Смотри, дверь открылся. Какое местное, блядь, зачем? Здесь что-нибудь есть? Бля, ну что это такое? Типи. Я касательный дал! Нет. Какой дверь? Так, это пока что... Это Денчик бьет леща. Это Денчик точно бьет леща. Я не думаю, что года больше будет. Отлично. Осуждаю, осуждаю. По-моему, он просто уебал. Он просто уебал, блядь. Удачи тебе, Денчик, по жизни вообще. Брат, давай. Ты убрал голову, блядь! Ты, блядь, чуть-чуть убрал, блядь! Также не забывайте про мой промокод Пандос. Он очень классный. Так, я 12 тысяч закинул. Все, я был брал, что ты голову двинул, блядь! Пизда вам, пупики! Я только за Изой сходил, что происходит? Конечно, осторожно, тихо. Тотора не бей, блин, это Тотора? Ладно, пацаны, всем здорово. Всем презик Пандоса, вау. Ебать! Неймар, а сюда облизывался, когда вернулся. Лежать плюс сосать. Бля, заебали Денчика подъебать. Он мой любимый фифер. Пошел вон. Он говорит, Балтика его разъебала. Не, спасибо, не хочу, не. Ты сделай глоточек. Не. Бля, как люди вообще из паков по 150 фапоинтов вытаскивают что-то, что-то прям из разряда вау, по типу иконы, легенды, бля, я вообще не понимаю. Ромарой, бля, в паке за 5000 легенда упала. Как он, сука, это делает? Да хуя пандосов будет, ну, судя по всему, да. Если твоя женщина напилась, не можешь себя контролировать, пожалуйста, контролируй ее, хорошо? Так, у меня снова 12 тысяч фапоинтов, тут улетают куда-то, непонятно куда. Бля, вот я не понимаю, типа, у меня каждый день рождения, блядь, покупки на 1 000 000 фапоинтов вообще нихуя не падает. Спасибо, сударь. Это что вообще, я не понял? А это не мое. Мне закинули, я считаю. Принеси мне пиво, пожалуйста. Ром, принеси, пожалуйста, пиво, Настя, я тебя прошу. Что это, нет? Давай, скидывай. Мы почти одинаково оттенка свой. Мы сидим одинаково, посмотри. Ни хрена себе ты негра! Я осуждаю. Не, мне можно! Как вот ты играешь? Бля! Вау, у них вот это! Да подожди, месяц! Как вот играть, я не понимаю! Что делать? Пас дай! Так ускорено все. Капец! А ты по кабелю? Я через Wi-Fi. Серьезно? Ну, иногда переключаю. Для Соньки нужен только кабель же. О, Волкау! Давай, блядь, ну правопасть, давай! Правопасть, мы заговорили, слышишь? Англия! Блядь, заеб... Кто это? Хендерсон! Блядь, как он заебал меня от Хендерсона! А дальше я, наверное, впервые в жизни пожалел, что насобирал паки «Спасибо, Пандос». То, что вы увидите, это было больно. Все не дышит. Посоветуйте сериал. Разбитые фонари улицы. О, Волкаут! Волкаут в паке! «Спасибо, Пандос». Ну-ка, Волкаут. Франция! Нахуй. Варан! Варан! Да ну, ну! Нормально. Он у меня уже есть непродаваемый, ребята. У меня есть варан непродаваемый. Блять, нахуй он пришел. Бля, нахуй он пришел, блять. Никогда мы на лещи. Walkout! Walkout, бля, на нахуй. Ну, Месси. Аубамейян! Он у меня уже есть бесплатный! Он у меня уже есть бесплатный, сука! Зато ты не уебан. Да, блядь, иди ты нахуй, Аубамейян! Бля. Это больно. Варана, Абумьянга, Квикселю, чисто блядь. Полмиллиона квикнул чисто, нахуй. Чисто, блядь, подарок на день рождения, блядь, я в ахуе просто. Чисто полмульта нахуй. Чисто послал. Подарок на ДР, блядь, я в ахуе просто. Все, прощаемся с вами, всем спасибо.
Всем arrivederci, muchachos. Вы классные. По итогу я сдонатил, ребята, 50 тысяч рублей на паке. И самое лучшее, что мне упало, это Квадрадо. Квадрадо! Вот это, блядь, день рождения. Поэтому, собственно, так видос и называется. Это был самый худший день рождения по пакам. Мне в целом, как бы, если вот отталкиваться от прошлых днюх, вообще мало что падало из разряда вау. Ну, чтобы прям настолько все плохо было, я не припомню. На следующий день я еще какие-то паки там открывал. И мне в паке, спасибо, пандос, упал ЛЧ Вернер. Да, в мой основной сквад он не вписывается, но как суперсап, почему бы и нет. Также я запустил стримец через денек, и сейчас вы увидите небольшую нарезку того, что мне там попадало. О, волкаут! Есть волкаут! Есть волкаут! Давай что-нибудь охуенное. Есть! Камон, сон, ништяк! Вот это кайфово! Yes! Хорош! На день рождения не поздравили, но после... Упал Соналдо. Ништяк — это когда тебя в попу ебут, на заметку. Ну я же играю в фифу, так что все нормально. Walkout! Хорош! Это путь к финалу или это обычный ЛЧ? Как мне, блять, Португалия? Блять, сука, ебаная Португалия. А я поверил. О, ебать, Марсиаль! Камон! Еще 150 тысяч! Хорош! Это что за подкрутка? Англия. Элфа. Ребята, это был волкаут Стерлинг 88. Камон, вот это суперсап хороший. Вот это паки, спасибо, пандос. Продолжает мне сыпать. Еще один волкаут в паке, спасибо, пандос. Опять Англия. ПЗ. Блять, я почему-то подумал Уолкер. Лучше бы Уолкер упал, чем Трент Александр Нар. А-ля-ля-ля. Ну, поняли, короче. Ну и за финалем же красивой карточкой. Роберто Левандовски, который упал мне в паке. Спасибо, пандос, сегодня с утра. Ну и, в общем-то, ребята, как-то так. Нарезочка со дня рождения, плюс со стрима. По дропу судите сами. Учитывая, сколько я задонатил в последнее время, мне кажется, ничего сейчас не окупит, чтобы мне не упало. Да, при этом, при всем, у меня есть какой-никакой бюджет. 5 лямов, которые лежат на аккаунте, благодаря всяким квикселам. Но в целом, наверное, с паками я завязываю до команды года. Ну и в целом, пишите, как вам мой день рождения, если вы были на стриме, да и в целом по нарезке можете понять, что, возможно, не так было весело, как в прошлых годах, из-за того, что народу было меньше, возможно, из-за того, что паки были хуёвые, не знаю, много может быть факторов, но так или иначе, все прошло довольно-таки круто, спасибо всем, кто был на этом самом стриме, ну и, собственно, ребятам, которые были на этом самом дне рождения, кстати, ссылочки на всех будут в описании, поэтому переходите и подписывайтесь. С вами был я, PandaFX, всем спасибо за внимание и хорошего настроения. Чао, какао.